31 октября исполнится 185 лет со дня рождения латышского фольклориста, публициста и общественного деятеля Крещьяниса Барона. Уроженца Курлянской губернии, ныне Латвия, с Белгородской областью связывает семья Станкевичей. Барон – лидер младолатышей, выступавших за возрождение латышской национальной культуры, был вынужден скрываться от полиции. Скитания прекратились, когда в 1867 году он стал домашним учителем в имении Станкевичи в селе Удеревке Бирючинского уезда Воронежской губернии. Ныне это Мухоудеровка Алексеевского района Белгородской области. К слову, родина нашего известного краеведа, журналиста Виктора Вербкина. Вернувшись в Ригу, барон полностью посвятил себя собиранию, обработке, систематизации и изданию дайн – латышских народных песен. Было издано 6 томов латышских дайн. Спустя почти 100 лет, в 1990 году, в Мухоудеровке был открыт музей философа Николая Владимировича Станкевича. Отдельную комнату в нем отвели под экспозицию, посвященную Крещьянису Барону. В создании музея самое непосредственное участие принимали латышские деятели культуры. Продолжением литературных традиций, заложенных здесь много лет назад, стал фестиваль «Удеревский листопад». Он проходит на территории культурно-исторического центра «Усадьба Удеревка Станкевичей». Правда, в этом году впервые за 22 года в связи с эпидобстановкой его отменили.